Всем привет на моем 218-м стриме. Сегодня мы наконец-то добрались до игры, которую мне подарил Terkill. Да, подарил он мне ее очень давно, не помню точно когда. Ну, по-моему, на день рождения, ну или около того. Ну, в общем, уже около полгода прошло. Это игра Bleed. Я в нее никогда раньше не играл, и он мне ее не просто, ну, сказал пройти, да, а пройти на аркадном уровне сложности с одними пистолетами, что бы это ни значило. И я не знаю, что это значит, но я как бы решил, что, ну, он плюс мне еще создал челлендж на СК2 ТВ на 200 пикоинов, ну, с такими же условиями, но мы обговорили, что я не обещаю пройти именно с этими условиями, но попробую. И, соответственно, вначале я пройду игру просто, ну, так как она предполагается проходить для первого прохождения. Ну, а потом мы уже посмотрим, что там за челленджи. Привет, Индивис, привет, Владислав. И что ж, я специально, как обычно, когда выходит какая-то новая игра, абсолютно, ну, в смысле, не выходит, а у меня новая игра в Стиме, да, которую я не играл, то я ее не захватываю заранее, чтобы, то есть, был самый первый запуск, он будет на стриме. То есть, у меня сейчас в Стиме наиграно в нее 0 минут, 0 секунд, да, то есть, чисто. Поэтому вот сейчас жму играть, но она, скорее всего, сейчас, да, доустановит какие-нибудь библиотеки. Ну, это быстро обычно происходит. .NET Framework 4.0, так он у меня уже, по идее, установлен. Что его ставить-то? На, вот. MS IE exec. MSI exec. Ох ты ж, она полноэкранная, блин. А как ее убрать из полноэкранного? Так, сейчас это сразу настройки зайду. Ее нельзя с полноэкранного убрать? Или тупо Alt-Enter? Она закрылась. Так, погодите. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. А как ее ваконом запустить? Ну, я знаю, что всегда это рискованное занятие, впервые запускать на стрим, но... Да ладно, не может быть, чтобы инди-игра не запускалась в оконном режиме, серьезно. Если Alt-Enter закрывает игру, то может быть Alt-F4 делать в окне? Не, сейчас мы. Короче, берем просто Google Bleed Window with Mod. О. Ну, прям первая же ссылка. Launch Options Window, все. Easy. Easy. Window. Да лол, не Виондова, а Ви... Вин... До. И вот она в окне запустилась. Блин, только она мышку не отпускает, лол. Теперь я еще раз запущу, потому что там заставочку теперь посмотрим. Только, по-моему, по громкости, да? Надо слишком громко или нет, или нормально. Boot Disk Revolution. 2000-е годы. Эра героев. Время, где червь и дракон... Чё? Не понял. В 2000-е.
Короче, кто если знает завязку, можете подсказать. Потому что она, я думал, она на русском, если честно, ну ладно. Но я так понимаю, сюжет тут не важно, наверное, не самое главное. Короче, я не понял, если честно, сюжет. Привет, Базил Смит. И вот. Тут опция. PC Options. Keyboard, конфиг. А можно на геймпаде же, да, играть? О. Завязка, ты хороший, все плохие, надо всех убить. А, ну это нормально. Меня устраивает в целом. Геймпад. Проблематично, почему? Стрелять мышкой? Ну сейчас тогда мы это. Тогда мы мышкой будем играть. У меня мышка есть, как ни странно. Так, ну давайте сторим. Этот список смертей. The Blob. Visit Shop, Tab Info, Tab Blob Guppy. Ну, короче, кто хотел, тот прочитал. Difficulty нормал. Я же сказал, ну вначале пройдем, просто пройдем. Потому что я хочу посмотреть вообще, что это за игра, потому что лучшие впечатления останутся, если я не буду страдать с самого начала, да? Первая миссия. Storm the Opulent Manor and Take Out Guppy. Так. Эй, что говорит? Блин. Ну я что знал, что ли? Так, прыжок на пробел. Нифига тут скользкая физика. Ага, бесконечные походу патроны. Да, мышкой целится, мышкой. Ну-ка на геймпаде. А, не, знаешь, удобно вполне, по-моему. То есть смотри, правый стик это направление стрельбы. А левый стик это бежать, ну то есть вполне, в принципе, по-моему, можно. Правда, прыжок на этот, на вот этот вообще. Не знаю, по-моему, на геймпаде нормально. Ну ладно, раз уж не советуешь. А, right trigger. Блин, а мне оно про геймпад теперь говорит кнопки. Right stick to shoot, ну, я понял. Так, а в двери можно заходить? Нет? А как же секретки искать? Блин, такая физика непривычная, честно говоря. А кого мы убиваем, я вообще не понимаю. За что мы их убиваем? Интересно, точность имеет значение стрельбы? Ну, то есть, типа, за что ранг дают? Привет, Белес. Не, по-моему, на геймпаде нормальное управление вообще-то так-то. Привет, Абельенков. Ракет. Ну это, по-моему, какая-то наркомания ракеты. Блин, да ну, по-моему, мышка не очень удобна, честно говоря. Не знаю. А, все плохие, хорошие, да, точно, забыл.
Так, дабл джамп. Ой-ой-ой, вот это была плохая, она меня ударила. Да лол. Немножко неочевидно, что для второго прыжка наверх надо еще нажимать направление. Так, умри, умри. Блин, направление неудобно немножко искать. В смысле, я не с первого раза? Я... Чё ты... Ну, знаешь, я тебе сразу прочитал правильно. Ты почему-то сказал, что я неправильно прочитал. Но сказал потом читать точно так же. Лол, я этого не понимаю. Я сразу же прочитал так. Может быть, тебе послышалось? Ну, просто я обговариваю не очень. Тебе могло послышаться, что я, типа, прочитал как-то криво. Вообще, что-то скорость стрельбы, по-моему, слишком большая для двойного пистолета, и где перезарядка, я не понял. Так, а то секретки есть? Нет. А, стрим, я только сейчас ответил, стрим почти утром? Ну да, потому что четверг, а что такое? До четверга это абсолютно нормально. Да, это игра Блид, которую мне подарил Теркил. Я пока не могу привыкнуть к вот этому прицеливанию. Блин, это так стрёмно что-то. Ну, у меня с шутерами вообще проблемы, честно говоря. Чё, пре-старт тут джойн? А, это чё, кооп что ли? Не, я пока не хочу. Нет. А, типа, я его не могу убить, да? Да лол. Так как же непривычно вот так вот прыгать с направлением. Ой, а, вон так не убивает, что ли? Ой, это было неприятно, как минимум. А где мое здоровье, я не понимаю. Как понять, сколько у меня осталось здоровья? А, там была секретка, по-любому. Сейчас, что вы пишете? Босс вертолет, да. Ну, да, мне Counter-Strike ни о чем особо не говорит. Двойные автоматические пистолеты. А, типа УЗИ, что ли? Но все равно перезарядка должна быть. Ой, а я думал, это чувак какой-то, которого мы идем убивать, а это... А он не особо на человека похож. Ой, а вот и ХП закончилось. А, так мы отсюда начинаем. А сколько жизни, сколько раз мы начинаем отсюда? Ой-ой-ой-ой. Походу челлендж-то непростой будет, да, с этим... Как там? Ну, который отвертило. Сейчас-то мы просто проходим. Левел клир. Ура! $723. Да я понял уже эти здоровья, ну чё вы, лол. Тут замедление времени есть. Да, зачем оно тут, я не очень понимаю. Это же чит какой-то. Так, блоб мы убрали. Дальше, черви. Так, а что у нас шоп? Шотган, флеймтровер, револьвер, energy up, health up. Ну, я думаю, health up надо взять. А сколько стоит?
300, а у нас 723. Ну не знаю, ну давайте Flamethrower. А, не хватит нам. Ну давайте этот шотган купим, я не знаю. Боеприпасы с сжаты нанотехнологиями до очень маленького размера, что помещается по миллиону патронов. А, ну тогда понятно. Да. Туннель к сердцу земли. Ух ты ж. А где мой шотган? Лол. Я купил шотган, а мне его нет. Вот тут где замедление. Не, ну мне кажется, из-за замедления это только на боссе максимум. Потому что так иначе это какая-то лажа, по-моему. Но я не знаю, может там потом будет такой ад, что я без этого вообще просто не пройду. Ну, да. Что-то как-то не круто. Ты нажал неправильную кнопку. Блин, так непривычно с этой вот стрельбой вообще жизнь. А я на это горячее вставать-то могу или... А, ну да. То есть пока она не ударила, я могу на ней стоять, даже хоть она красная. А все, оказалось изи. Привет, Турбик. В каком-то фильме такое было? Уровень из виз ворован, ну не знаю. Такая толпа в чате на ГГ, один человек. Ну, ГГ у меня, видишь, ГГ у меня, оно как просто как плеер. Ну, то есть, как канал я его не развиваю. Просто как плеер на СК2Т в основном использую. Так, а когда камни закончатся? И где мой дробовик? Я же купил дробовик, ну чё? Слышал твой голос? Ну, но только на стриме, да. Блин, урон получил. Но у тебя голос очень плохо слышно, потому что ты игру очень громко врубаешь, и тебя плохо постоянно слышно. Я тебе об этом уже говорил много раз, но ты как-то, ну, не знаю, ты посчитаешь, что и так сойдет, походу. Блин, как-то это не круто. Не, подожди, с какой Ви этот уровень сворован? Такого не было в Ви, я не помню. Это можно вставать? Блин, дурацкий геймпад вибрирует. Привет, Элис. В меню же есть смена оружия. Привет, Айка, Анархи... где? А мне сказали, что QE смена, лол. Ну что за фигня? Набрали. Попробуем. Когда вначале спускался по тоннелю, похоже на тот левел, где тоже движется камера и за тобой монстр бежит. Ну это босс был, а не уровень. Это был босс. Такой. Надо идти. Ну давай. А, на голос сколько тебе лет? Ну ладно, ты уже ушел, привет, фейл. Я пропустил что-то. Ну видите, тут такой экшон, я немножко... пока начал пропускать сообщения, надо исправляться. Ой. Гамовер.
А, так это не сначала. Это не сначала. Блин. С шотганом надо привыкать еще тоже, да. Он-то с ближнего расстояния неплохо бьет, а вот с дальнего так себе. Ой, размиклено. Ой, это кто? Блин, прикольно, тут четверной прыжок, да, получается. По-моему, вот этого надо как раз шотгана валить. Ну, блин, так еще попасть надо. Да блин, ну что же я играл? А, у меня же есть замедление. А, ну оно не бесконечное. Блин, опять на Твиче эти начинаются, ну лол. Короче, я думаю, что его можно не убивать, скорее всего. Потому что что-то его слишком сложно убить. Ну, то есть. Не, вот ты попадешь так-то. А-а-а! Не, замедлением все-таки можно попасть. Да, можно, можно. Ну хз, я не знаю, мы сможем его убить вообще или нет. Непонятно, если честно, пока. Может, он бессмертный? Ну сейчас я зато не бессмертный. Вот хоть бы просто узнать, умирает он или нет. Блин, чё-то мне кажется уже нет. Ладно, не буду его убивать. Спасибо, Фейл, за поддержку. Неожиданно и приятно. У меня СК2 ТВ Alerts, короче, не работает, так что, ну, я не настраиваю. Так что просто спасибо. Да ну, что за срань? Погоди. Да, замедление прикольно. Привет, Zero. Так, ладно, давайте все просто микрим, короче, микрим и все. Ух ты ж. Ну блин, почти замиклено. Но благо тут не ваншотная смерть, так что. О, босс. Как там вы? А, это босс? Да лол.
Где мой шотган? А как я должен был от этого вернуться? А, надо было его перепрыгнуть, да. Да что-то этот шотган отнимает, вообще фигня полная. Зря только деньги потратил. Вот спарили, да, в магазине. Пипец. Чё тайм-аут? Тайм-аут? Да блин, да лови. Так, главное вот... Нет, когда он сплошную пускает, главное в тот момент... Нормально. Да лол, он меня убьет. А чё вас два? В тот момент главное перепрыгнуть его, когда вот он большой пускает волну. Ну блин, как бы в другие моменты тоже надо бы, конечно, ворачивать. Ну это я лажаю просто. Игра выглядит шикарно, и при том такая дешевая в стиме. Да, вроде да, неплохо. Но я, правда, вот я уже говорил, что я ее не покупал, мне ее подарил TRKill. Который, к сожалению, сейчас не может смотреть, он сказал, что он уезжает куда-то там. Да ну я же вот пытался. Вот. Но тем не менее, он говорит, записи там посмотрит. Ну и к тому же, я думаю, что вряд ли я за один стрим ее силю. Ну... Что-то мое микро весьма специфично, вам так не кажется? О, наконец-то хоть эту атаку размикрил. Совсем другое дело, ну вот это вот, оно как-то вот в одном и том же углу меня задевает постоянно. Так. А, у него там оставалось-то, блин. Не, Верес, он, во-первых, не бесконечный, и он неудобный немножко. Да вот это я, ну вот это моя ошибка, ну блин. Я слился с половиной здоровья просто ни на что. Я как-то не могу сориентироваться быстро, а под конец начинаю уже нормально ворачиваться по ведомению. Ну тут тоже, да, страты нет пока. Но мне кажется, я босса убью раньше, чем у меня появится страта, у меня просто на рандом, да. Ого. Ну вот. Всего 486. Ну такое, да. Так. Ну, короче, хеллзап берем. По-любому. Привет, плюшечка. Итак, следующий у нас The Robot в списке. Мы пошли убивать. Тут на каждый, смотрите, на каждый уровень мы сложность заново выбираем. Прикольно. Ага. С
Суровый робот сразу прям, да? Пошли. Не убивается? Ну что-то это как-то лов. Ой, что за супер медбой пошел? Да ну. Да убейся ты, ну я ж пытаюсь попасть в тебя. А меня лазер ваншотает что ли или что? Не ваншотает, но больно. И остальное добивает, да. Да лол. Лазер мне вообще ни урон не наносит, просто начинает лететь кучу всякой срани. Все, я понял. Эндибис, я так понимаю, ты проходил эту игру, да? Да почему они стреляют раньше, чем я? Да лол, я не очень. Да вот ведь приставал это, а? Умрите. Мне мышка очень тяжело целиться. На нормале на харде прошел, ну нифига себе. Ну, короче, мне кажется, что, ну, вот тот челлендж, который одними пистолетами, ну, вообще не сложный. Ну, то есть, ну, не знаю, пока что терпимо, то есть, мне другие оружия не особо пока нравятся. По-моему, это самое нормальное оружие. Привет, Firehead. Я пока очень не могу привыкнуть к стрельбе мышкой. Ну, блин, я же не шутан. Ну, в смысле, не по шутанам. Я больше платформеры там. Ну да, возможно. Наверное, надо пройти на варихарде, типа, и потом она откроется, может быть. Не, ну подожди, я не знаю, что такое без матрицы. Да лол, ну что же я не вложаю это так? Да блин, я не могу попадать нормально. Как же сложно в этом прыжке управлять. Я неправильно тут делаю явно. Нет, я не говорю, что несложный именно тот челлендж, но по-моему на нормале просто пройти не особо сложно с пистолетами. Как-то лазера невидимо. Нет, все видимо. Ну я не знаю, да, ну то есть я ни в коем случае не хочу наперед говорить. Возможно, дальше пойдут какие-то очень жопочные уровни, но вот, да, пока что я проходил, все терпимо. Надо просто наловчиться. Так.
Блин, а как мне тут пройти, лол? Так-то так, видимо. Да лол, ну, да что? Да, управление, конечно, тут жесть. Я вам скажу, довольно-таки. Но доставляет местами, я бы сказал. Нифига себе. Не, у меня так-то стрим 60 FPS, так что. Не, ну то, если тут реально, то есть нужно нас, ну, в каком-то варифарде проходить, ну блин, ну и тут будет прям намного все тяжелее, то да, наверное, это Теркил что-то загнул. Хорошо, что я не стал вслепую принимать этот челлендж. Ну, возможно, на геймпаде проще, тут сложно так сразу сказать. Ну, он упадет ко мне? Ну блин. Знаете, мне кажется, вообще на геймпаде проще играть. Потому что на мышке я постоянно целюсь. Именно, ну, то есть, дольше нужно думать, чтобы, скажем, я стреляю направо-наверх там, да? А мне нужно переместить, скажем, налево-вниз, да? И для этого я должен подумать, а сколько мне нужно мышкой переместить? А здесь я просто стик отклоню в нужную сторону и все. Так. Давайте попробуем. Надо наловчиться, конечно, понятно. Так сразу это не выйдет, наверное. Но блин, я просто пока путаю кнопки. Но вообще, по-моему, на геймпаде вполне нормально, можно микрить. Не знаю, по-моему, стиком проще целиться намного. Привет, фейсген. Ну может и нет, ну не знаю, давайте попробуем. Мне пока кажется, что нормально. Непривычно немного прыгать на курок, но это удобно, то есть я понимаю, почему так сделали. Потому что, ну, то есть у меня как раз палец удобно-то ложится, и я не от, ну, от стика не отвлекаю, так скажем. Ну, блин. Ну да. Что-то по-цепот на самом деле, да. Я поторопился, честно скажу, сказать, что легко. Ну, первое впечатление просто было такое, и я немножко, да. Ну,
Не, ну целиться явно с типом проще все-таки. Ну не знаю, по-моему проще целиться. Ну блин. Ну управлять вообще тяжело. То есть хоть на клавиатуре, хоть на... Хоть на геймпаде управлять тяжело в этой игре персонажем. Довольно-таки. Ну убейся. До сейва бы дойти, конечно. Неплохо. Было-то. А интересно, то, что Third Kill вот предложил, это такая чипка есть или что? Или это просто? Что-то плотненько. Может, мне не стоит эти шкафы уничтожать? Ну, типа серверные стойки. Потому что непонятно, на что это влияет. Это как у меня тут в Monster Hunter, чтобы выстрелить из лука, нужно целиться на R1, а стрелять на Y. Ух ты, 6. Двигать прицел на правый стик! Да. Это не очень круто. Ну ты же можешь перенастроить, что ты делал. Блин, желательно не напороться тут. Ну блин. Как замедлять? А, точно, еще замедление есть. Ну блин, с замедлением, конечно, тут все сложнее, потому что, ну, я не понимаю, когда его надо включать, да, и потом у меня все тайминги теряются. Нет, с замедлением это вообще полная шняга, потому что тайминги просто идут на выброс. А, понятно. Да лол, ну хорош. О, чекпоинт, походу, да? Ништяк. Видите, геймпад затащил. Да, все, сейв был. Ну тут, конечно, замедление очевидно, что нужно. Ну да, нифига тут врагов много. Сейва не было. А, босс! Ого, нифига. Ну, сейчас, пока надо изучить эти атаки, ты поймешь так сразу. Блин, ну лол. Ну, блин. Я не могу среагировать на его вот эту вот фигню, перепрыгивание.
Да, надо на краю просто -то стоять. Но, блин, а как уворачиваться? Ну, в принципе, можно микрить, я считаю. Ну, вот это непонятно, как микрить. А, ну просто с платформы уходить, что ли? Блин, ну вот это я вообще никак не успеваю среагировать. Но это был еще не босс, да? Ну я так и подумал. Ну сейф главное был. Ну неудобно мне замедление использовать, ну что? Че? Типа по-любому надо попасться. Они бесконечные, лол. Сейф. Так, это уже похоже на босса. Ну, может и нет. Там робот должен быть. Ну, прям у него имя должно быть вроде робот. Насколько я помню. Я не пойму, я ему наношу урон, когда стреляю по его вот этому ободку или нет? Или надо только по нему чисто? По-моему, нифига не наношу. Что-то, блин, какой-то он резкий, в него фиг упадешь как-то. Ну да, замедление порой помогает, я как-то не спорю. Но его тоже еще фиг вовремя использую. Блин. Половину вроде бы я снял, да? Да, пусть-то нет урона, но я так и понял. Пусть-то нет урона. Ну блин, это так неловко. Блин, ну это какая-то шняга, честно вам сказать. Меня такого в жизни не готовило замедлением пользоваться. Да тут, в принципе, управление настолько дофига, что... там, четверной прыжок, блин, и... и стрелять в любую сторону, что в принципе я не знаю, тут можно без замедления все пройти. Только надо чуть-чуть потренить подольше. Ну лол, нельзя говорить, что босс сложный, если я его не прошел с первой попытки, правильно? Я, по-моему, еще и ракеты могу убивать.
Ну и чё? Ну блин, мне это вообще ничего не дало за время. Видимо, ты не избранный. Ну, может, может. Ну что, какой есть, такой... Такой и есть. Не, я начинаю когда сосредоточиваться на замедлении и на уроне, то я все, я лажаю у ворота, ну это же видно, да? Так что мне кажется, лучше без замедления походить. Ну, ну как бы иногда так, ну в редких случаях, когда там явно, да, надо использовать, но да, не постоянно. У меня не было замедления, хотя я жужжал. Да блин, у него траектория, я не могу никак запомнить нормально. Ну блин, тут тоже не было не ясно, как увернуться. Да блин, что-то я не могу понять его до конца пока. Надо просто его понять, как и нормального босса. Привет, пророк. Ну, почему упоротая, лоу? Ты играешь в Айвана, и ты называешь это упоротым. Что в этом упоротого? Главное вот здесь вот это уворачиваться, потому что это неприятный момент. Вверх, 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 вверх. О, у меня там S-ранг накопился каким-то опытом. Ох, ты же, это неприятность, это неприятность. Ну, вроде бы я много сейчас, да? Ну и что, блин, пророк, ты так говоришь, как будто бы это первая игра с каким-то нереалистичным там сюжетом, да, где все преувеличено. Ты вспомни на NES, сколько игр там. Лол, ну серьезно. Ты очень меня удивляешь, что, то есть, что здесь удивительного. Обычная аркадная игра, где, да, какой-нибудь персонаж бегает там с гипероружием, там. Да блин, да ты серию с Сэма играешь. Ну, сравни. Тут еще все вполне реалистично по сравнению с ним. Блин, попался. Thank you.
Вверх, вверх. Так. Вверх. Оп. Ах, ты что? Что-то я забыл, что он так делает. Ну, как видите, геймпада целится вполне нормально. Да блин, ну. С геймпада вполне нормально целится. Все, я ни разу замедление не использовал в победной попытке. Потому что, блин, с ним, я говорю, с ним неудобно. Но оно очень редко нужно, ну то есть такое. Так. The Racer, ну давайте опять магазин посетим. У нас 546 денег, но нам ни на что не хватит. Да, ни на что не хватит. Mission 4. Bullet Train. Ой, что-то, по-моему, какое-то все мелкое стало. Что это такое? Ага. Я понял. Надо типа в эти моменты обязательно на низкой стоять. А они бесконечные, мне интересно. Не, мне пока нормально, честно скажу. То есть вообще, в принципе, как геймпад руки взял, сразу в радость пошло. А как они выживают там на крыше? А, нет, они не выживают. Все нормально. То есть они такие тупые, что они умирают. Но... Ну, либо спрыгивают, я не знаю. Успевают в последний момент. А-а-а. Ну, это как-то изи. Сок так бежать-то. Он уворачивается от этого тоннеля-то. Подожди, блин, да почему он сразу начинает? Я хочу почитать чатик. Splinter Cell, Commandos, Blood. Да, по тоннелю не рассказали, вот я о том же. Мне зареквестить? Начинается. Подожди, а я что-то, по-моему, у него не трачу, да, здоровье, ни хрена. А, нет, трачу. Трачу потихоньку. Да лоу. Ну блин, я просто да, я лажаю, я не могу размикать эту фигню, потому что я на стике играю. Немножко это неловко. Ну блин. Вот это, кстати, опять бред многих игр. Почему я получаю урон об его стоячую лапу? Ну. Блин, ну лоу. Я, конечно, понимаю, что там типа лезвие, но. Все равно. Но это был не босс, естественно. Это было так.
мини-босс. Да, все бесконечно абсолютно, пророк, насколько я понял. То есть как Айвана такая, типа. И чё? То есть тут вообще как бы миссии, они, видишь, они отдельно там запускаются через меню. И на каждой миссии я выбираю сложность отдельно. Хотя, стоп, на этой миссии я, по-моему, не выбирал сложность, да? А как так получилось? Просто ивент геймплей, ты про что? Это про типа мини-босс это? Банни Рокет? Ну давай. Это типа уже босс или это еще нет? Ну блин, вот это вот быстрая цель, это конечно хреново. Ну ща разберемся. А, замедление, вот тут оно нужно. Вот что вы мне не подсказали-то сразу. Ну, в смысле, ну да, ну вы поняли. Сейчас, она накопит? А, блин, ну сейчас, короче, тут замедление как раз таки в тему. Не, пока что, пророк, я на нормале играю и с любым оружием. Но любое оружие, оно плохое, потому что, ну, тут нормального оружия нету пока что, я не знаю. Мне пока с пистолета нравится. А, выбирал? Ну ладно, не заметил. Привет, фастпапин. А, касание наносит урон. Ну я же говорю, ну это тупо, это во многих играх так сделано, мне это не доставляет совершенно. Ну потому что это нелогично. Ну то есть именно, то есть, если там, допустим, у него там, например, горячее что-то или там электричество, то есть там, ну когда это понятно почему, да, то вопросов нет. Но когда это просто я касаюсь там как бы просто персонажа там, и у меня из этого тратится здоровье, ну блин. А почему тогда, когда он меня касается, у него не тратится здоровье? Надо там все по-честному делать. Блин, замедление быстро заканчивается, к сожалению. Ну, нет, ну понимаешь, это потому что ей не завезли хорошее оружие, поэтому у меня пули не мгновенные. Но как объяснить то, что я получаю, не получаю, суток, получаю в нее урон? Нет, когда она летит на скорости, вопросов нет, да, она типа меня сбивает там с ног, ладно, там, может у нее там, не знаю, лезвие в руке там, да, что угодно, это не вопрос. Но просто когда вот стоит, я подхожу и умер, ну это лоу. Ну, короче, я свое мнение высказал. Ты высказал свое. Да ну не парься ты об эти пульки, ну. Да лол.
Да лол, ты что, не сдохла, что ли? Кто выжил, тот и прав. The Army? Я с армией буду сражаться? Ну ладно. Так, у меня 1222. Мы можем купить здоровье. Или можем купить... Давайте огнемет купим. Мне кажется, огнемет должен быть неплох. Лазер райфл. Ну давайте огнемет купим. А, да, вот сложность, как обычно. Нормал. Топ секрет лаб, дефит, батальон. Кстати, это нормально, что мне ачивки, да, не дают? Ну, типа, не заслужил? Ну, просто я не знаю, обычно в играх, там, особенно в Индии, бывает такое часто, что, ну, типа, убил там босса, дали ачивку. Ну, видимо, это не из тех, да? Хотя нет, особенно инди тут я лишний статус, в принципе, не особенно инди, а почти во всех так думаю. Мне повезло, что ли? Так, ой, ой, вот это вот опасно что-то выглядит. Хотя нет. Ну просто заставляет тормозить какой-то минус. Да лол, ну я дно. Ай-яй-яй. Сейф. В смысле пророк? Ну, забей, короче, пророк. У меня челлендж, ну, такой необязательный. Пройти на некой аркадной сложности, которую я пока тут не вижу, с одними только пистолетами. Но я для начала хочу просто пройти игру. Ну что ты, блин? А, я забыл, что я огнемет купил. Такой специфичный, да, огнемет. По-моему, лучше пистолетов ничего нету, ну лол. По-моему, урон вообще маленький очень от этого оружия. Что-то я не ожидал этого. Да лол, что же тормозой такой?
Так, я надеюсь, все пошло, потому что у меня выключили электричество совершенно внезапно и уже вот через минут 5 включили обратно. Не знаю, наверное, все разбежались уже, но посмотрим, что там хоть с игрой. Сейчас и Steam запущу. Надеюсь, сейвы там ничего не полетело. Так, блит. Давайте. Ну, спамбот не ушел, уже радует. Ну, вроде сейв остался. Но правда там и... Не. Это, вроде бы это... Там же я чекпоинт взял, да? Наверное, его сейчас не будет уже. Ну ладно. Да, я что, чекпоинт взял. Там это, на Твиче трансляция есть? Скажите, пожалуйста. Ну, а то там у меня же рестрим дурацкий. Хорошо. Привет, iPhone 5, Core i5. Чё, как там твой Hardon 4? Привет, Defender. Ну вот, видишь, играю в игру, которую мне подарил Тверкил и еще и промашинил. Пока вроде бы неплохо. Жду, соответственно, от тебя сегодня сому. Ты там предупреди, как все будет, хорошо? Ну, хотя бы в скайп, но если, конечно, предупредишь еще и в чатик на стриме, это было бы совсем шикарно. Ну, хотя бы в скайпе, ну, обычно свой конфу. Хотя, как я это увижу, тоже непонятно, потому что я же играю. Так, в этот раз я без урона прошел этот момент. Да, ну вообще изи, короче. А, я же босса прошел, мини-босса еще прошел, блин. Привет, психу. Восемьсот смертей, и где, в 10-й мир уже, да? Не раньше, чем через час. Ну, нормально, я уже играю с, не помню, кстати, в 12 часов, да, вроде. Поэтому как раз нормально, в принципе, уже поиграл. Конечно, если бы не Сома, я бы подольше поиграл, но... Уж Сома меня больно заинтересовала игра. Обязательно посмотрю до конца. Но что-то как-то не пошло. Ну не пошло! Да лол, что я сейчас сделал? А ведь это было близко. Буду смотреть вот. Ну, окей. А ты Defender проходил брит, да? А, это ты про Сому. А, брит все равно. Вот вопрос остается в силе. Ты брит играл? Вообще, кроме индивиза, кто-нибудь есть еще из игравших тут? Ой. Как неудобно-то вышло. Не, ну если бы надо было без урона проходить босса, то была бы задница. А так...
А так, ну не знаю, на Вальхарде, ну я не знаю, что там на Вальхарде. Если там ваншотная смерть, то удаляй. Если нет, то, ну, не знаю. Ну посмотрим, посмотрим, наверное, посмотрим. Я надо будет потом узнать у Теркила, что такое аркадная сложность. А, первый раз вижу, понятно. Привет, Алекс ВС. Так, поехали. Куда-то. Это что? А, это пульки. А, в них надо стрелять, чтобы они уменьшались. Понятно. Блин. В принципе, страта довольно изи. Ну. Все, да. О, босс? Настоящий. У меня там было написано, что за армия. То есть, типа, я с целой армией был. Там батальон был еще написан. Ой, оно еще отражается. Ну лол, ну лол. Это было сейчас не круто совсем. Ну это совсем не круто было. Ну что-то я лажаю, честно говоря. Тут явно можно намного круче играть. Я как-то так себе. Нифига тут-то лол. Как-то размикривать вообще нормально, что ли? Ну вот смотрите, огнемет здесь вообще не в тему. А у меня дробаш почему-то включен. А, типа покупка не сохранилась, походу. То, что я купил этот огнемет, не сохранилось, да? Походу. Ну, оно и к лучшему, я не буду покупать. Я куплю это здоровье, нормально будет. Ага, тут надо было просто влево отойти, понятно. Так, а дальше? Ну да, это был не босс, разумеется. Слишком просто. Да лол, что это? Это законно вообще? Ну как-то жутковато. Да лог, я что-то не понимаю, как это нормально микрить. Блин, ну они же постоянно... Они же появляются раньше, чем я их убиваю. Что-то странно. Ладно, короче, так сойдет. Ага, вот батальон, вот он босс, вот он босс. Было вполне очевидно. Ну, в принципе, три атаки, да, по-моему, изи. Не, я не купил огнемет, пророк. Я же огнемет не купил. Да норм, по-моему, все атаки изи. А, вот это новенькая, это новенькая. Ну окей, урон получил.
Ну да, когда желтая близко, да, это косяк, я не спорю, тяжело уйти. Да не, сейчас пройдем, это вообще. Это я пока не вижу тут сложности в каких-то. Ну, я думаю, это небольшой урон, вполне. Вполне можно жить вообще без проблем. Ну чё, батальон, сдавайся. Сдался. Аллатаксер доджа был, ну, кстати, да. Да чё вы с этим замедлением? Оно же неудобно, оно тайминги ломает. Так, The Dragon, ну давайте начнем магазин сходим. Так, 947. А чё такое 947-то, лол? Да ладно. А, я купил всё-таки огнемёт. Понятно. Тогда ладно. Давайте за Dragon. Ой, ты что такое? Это я в яблочке? Давай. Ну, Индивиус, я говорю, я не обещал пройти на рекорде, так что... Да лол. Такое ощущение, да, что отсылка к Айвоне. К Айвона играм. Ну, по крайней мере, хз, какие-то шипы, которые надо вот так вот пропрыгивать. Да... Замедление, да? Ну давай, пророк. А, кстати, я забыл точно, замедление же есть. Ух ты, вообще нормально. Да, да, согласен. Сейчас, да, реально замедление нужно. А до этого вообще было шняка полная. Ой, сейчас у кого-то здоровье закончится. Ну ничего, это теперь мы с сейва начали с полным здоровьем. Все будет хорошо. Ну, если я не буду сильно тупить, конечно. Да лол, куда я так тороплюсь-то? У нас же время-то вроде не идет сейчас. Ну, правда, враги бесконечные, но все равно не повод настолько торопиться. Ну
ладно, сейв. Ну что-то пока по изи что идет. Ага, мини-босс. Кстати, я... А, драгон должен быть босс, значит это да, это значит мини-босс. Какой-нибудь изи должен быть, как теория. Ну, в реальности не так уж и изи, по-моему. А может и изи. Ну, блин, фиг знает. Пойду лучше на Twitch опять, ну ты, то туда, то туда. А, надо пузырьки заранее лопать, я понял. Что, мне поможет ваше это замедление? Ну, так сюда. Ну, я... Мне не хватает реакции включить замедление. Я не привык этого делать, как-то, и... Ну, для меня это не очевидный сценарий использования кнопки. Блин, сосед. Что, сильно слышно, да? Печально, печально. Ну, я ничего не могу поделать. У меня просто, я почти не слышу, у меня наушники плотные. Поэтому вы слышите, а я не... Привет, Боги. Ну убейся ты. Идеально работает. Ну, по сравнению с твичом, у тебя это верю, что нормально работает. Как там было тоже замедлить непонятно, они ж... Ой, а что началось-то? Что началось-то? Не мешает особо, ну хорошо. Паста экранная, ну давай. Не знаю зачем, правда. Да лол, это было глупый урон. А, ну тут нормально, они хоть и бесконечные, но они не так уж много упадают. Жесть какая-то. Ну это типа красные кровяные тельца, да, я так понимаю. Раз мы в драконе, по всей видимости. Ой. Чуть как-то страшновато. Да ну... А, это вообще какой-то ужас. Огнемет был бы неплох. Ну это не знаю. Ну может быть. Да, да, кстати, Коги, ты прошарил фишку. Ты прошарил фишку, походу.
прям вообще идеально. Они от меня убегают, он даже. Ну лол, ну что началось-то опять? Ой, какой жесткий момент-то. Ух. Здоровья-то уже не осталось. Сейф. Да, человек-сосед, к сожалению, да. Эритроциты, ну да, я, по-моему, так и сказал. Ну, просто я термин другой использовал. О. А, Драгонхард. А, это нормально? А-а-а. А чё он меня не дожал-то? Ну что я должен был делать? Я не понял. Как это тут всего выращивается в таком узком пространстве? Вот как это выворачивается? Ну, кстати, неплохо жгется-то, да? Неплохо это жгется. А, это был босс? Это был босс. А, сердце бы зажал, да, понятно. О. Чё? Я что-то так себе пока сюжет понимаю. Что-то хардкорно. Не, ну я понял, что мы убили дракона, а какой-то чувак сказал, это я убил дракона, а ты не очень. И теперь он надо убить идиота. На А? Да нет, там на А это комбо просто, и всё. Так, ну берем здоровье, однозначно. Да, 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 Defender, у меня, ну, печалька, печалька. Ну чё, The Idiot? Mission 7, fight through the Hall of Heroes and take out that blonde idiot. Берем наше любимое оружие. Ну, вроде сказали, что, ну, терпимо человек-сосед там, ну. Так бы, ну, если совсем плохо, то, ну, только один вариант есть, но вы понимаете какой, да? Выключить стрим.
Так что либо с человеком-соседом, либо никак, потому что я не могу его остановить, он не нарушает закона. Вообще, конечно, неплохо, если был бы закон, что запрещено, короче, сверлить во время стрима. Дефендер его ушатает? Да, адрес-то, ну лол. Как бы, изи. Мой адрес написан у меня ВКонтакте, а адрес соседа на этаж выше. Выше же, да? Да, по-моему, выше. Я думал, вот эти все сейчас полетят. Ну что, мини-босс? А, нет, вот он. And now, ladies and gentlemen, we take your life to the... Что-то я не успел там. Ну, короче. А, типа снимает передачу с тем... Эй, кто это? She's going to stop him. Kick his butt, we hate him. Дай, ну, погнали. Что началось-то? Ну лол, по две атаки сразу, но охренеть теперь. Осталось-то там. Босс раш. Да, конечно. Ну блин, да, я от желтеньких хочу оборачиваться. Да, тяжеловато от двух сразу уворачиваться, я честно скажу. Ну все, давай. Че, реально был страж? С удвоенными боссами? I am a man, you can make a plan. Причем они, по-моему, идут в порядке возрастания сложности, да? А не в порядке, как они шли в игре. Ну-ну-ну, давай-давай-давай, все. О, да ладно, ну они, я думаю, послабее, да, должны быть? Ну, потому что это... Потому что это какая-то печалька. Ну, если они такие же крепкие, как оригиналы, но это... Ну, вряд ли. Дропы непроходимы. Я сейчас бы верить индивизу в 2015-м-то, но...
Ну тут хотя бы сейф есть перед этим боссом. Давайте замедлим, короче. Все-таки. А то что-то совсем как-то грустно. Ну вот, ну лоб. На. А. Ну блин, а чем мы этому дубку-то не наваляли? Ну подумаешь, полос под ног ушел, а где? А четверной прыжок как бы на что нужен? Замедление, оно, блин, оно не бесконечное наше, но... Блин, а огнемет-то тащит, но только, ну, блин, надо близко стоять. Так если бы замедление было бесконечное, плюшечка, ну... Ну что, одного уничтожили? Нормас. В принципе, меня такая перспектива радует. Просто сожгли его, короче. Все. Что-то как-то. О. Ну это, по-моему, изи, ну. Может и нет. Может и совсем не изи. Так блин, мы-то сейчас. Надеюсь, мы сейчас просто проходим игру, ну. Мы сейчас просто проходим игру без челленджа в данный момент. Так что не начинай. В смысле не мошнишь, так тут нет бесконечного замедления. Если бы я мог намошнить бесконечное замедление, то это было бы слишком просто. Не, ну хотя, может быть, и могу через чит энджин, я не знаю, но пробовать не буду. Ну, зато урон врём. Ну-ну-ну, давай, отдыхай. Ой, вот эти. Это, по-моему, самый первый босс, да? Да, это, по-моему, самый первый босс. Огнемет по-любому тащит. Ну да, огнемет тут тащит. Ну... Короче, хреново зажиматься. Ну все, короче. Ну чё? А чё, у него нет замедления, что ли? Ну да. А, он использует все оружие. Понятно, которое я мог купить, короче, все оружие.
Ну, будет. Будет. Но сейчас я прохожу просто. Просто прохожу. Не похоже, чтобы у него было замедление. Я не скажу, что у него офигительная реакция. То есть, если бы у него было замедление, то мне казалось бы, что у него просто адская реакция. Ну, да, потому что время же для него замедляется, а не для меня. Если бы он использовал. Но у него вполне обычная реакция. Блин, сливаю. Да чтоб тебя, ну лол! Сдохни ты, нет? She did it! She beat him! Это типа конец игры, что ли? Ну неудобно мне использовать замедление, ну что, лол. Иногда, нет, я же иногда использовал, где в редких моментах. Но две ачивки открыты. Story clear easy, story clear normal. Да, мы прошли игру на нормале с любыми оружием и замедлением. Сейчас досмотрим титры. Ну, как титры, тут такие титры. А где, кстати, я тут один, что ли, разработчик? Это совсем инди или как? Характеристики боссов. Вес там даже. Да тут босс самый противный, по-моему, со щитом твоим дурацким. Это фигня все, это легкий вообще. А вот этот вот робот, это самый сложный, я думаю. Батальон вообще изи. Да, это... Да, я понял, ты на Cave Story намекаешь. Не пойми кто и Врин. Ее Врин зовут. Thanks for playing. Да не за что. Блин, если бы я знал, что она такая короткая, я бы давно прошел, честно говоря. Best players of all time, you. Так, что за экстрас? Аркад мод. Давайте, мне интересно, я хочу посмотреть в стиме, какие тут есть ачивки. Так. Ачивки. Clear Story Mode on Hard. Clear
Story мод, он V-Hard. А, ну Very Hard, все понятно. Clear Arcade мод, он Easy. Arcade мод, он Normal, на харде и на Very Hard'е. Выиграть Challenge мод Fight against 3 opponents. Ну потом дефит босса на S-Rank, на S-Rank, на S-Rank. Каждого из боссов на S-Rank, 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 S-Rank. И потом секрет Mission. Секрет Mission какие-то 7 штук есть. Ой, а это что? Роба. Ну что, давайте попробуем аркадный режим на изи. Ну, а потом, ну, как бы, я так понимаю, челлендж-то нормальный, да? Попробуем, типа, на изи пробежать. Ну, или сразу на нормале, я не знаю. Давайте посмотрим на изи, что это такое, а потом, ну, уже попробуем на нормале. Да, перес прошел. То есть, типа, мне умирать вообще, что ли, да, нельзя, я так понимаю. Не, ну игрушка приятная, я скажу, да. Когда привыкнешь к управлению, то приятно. Поначалу, конечно, жесть. И на геймпаде играть классно. На геймпаде я все прошел. На геймпаде классно играть эту игру. То есть, вообще, как бы, совершенно не смущает, что надо целиться, ну, вот этим стиком, да, то есть, это не то, что в 3D-шутере играть стиком, да, то есть, это совсем другое, это удобно здесь сделано. Так, что тут? Ну мы пока без урона идем, но это первый уровень, и еще и на изи, понятно. Ну на боссе, наверное, начнем проверять там уже по поводу смертей. Ну хотя на изи, не знаю, опять же. О, я открыл ачивку Secret Mission 01 Gate Crusher. Почему? Нет, Владислав, мне неудобно. У меня очень плохое позиционирование мышкой. Поэтому я в 3D-шутеры играю всегда на... Ну, если... Я, бывает, на нормале обычно играю, если играю, да, но... Я часто сливаю, а, ну, на этом. Как бы, ну, а так на изи вообще там это моя сложность на изи по идее это. Не, ну вообще в челлендже от Теркила не было сказано, что оно нормале, так что, ну, вот мы сейчас на пистолетах проходим аркадный режим, то есть сейчас я выполняю челлендж. Конечно, если я вдруг пройду сейчас, да, каким-то образом. О, открыто достижение Intrepid Explorer. А что оно значит? Давайте посмотрим. Так, а почему Shift-Tab не работает? Из-за пуша, что ли? Нет. Он просто, видимо, не работает. Надо же хоть смотреть, что мы открываем, да? Так, Gate Crusher на открытое достижение, но не сказано, что для этого нужно было сделать. А вот это последнее, Intrepid Explorer, это Investigate the Pit in Gappy Manor. То есть исследовать яму какую-то. Лол. Какую яму? А чё вообще?
А, типа в эту яму не надо было падать. Понятно. Ну, в смысле, наоборот, надо было для ачивки. Лол. Так, мы используем только пистолеты. Как бы мне не хотелось сейчас использовать этого самого огнемета, да, но нет. Мы используем только пистолеты. Блин, вот если бы я без урона прошел, был бы S-ранг, да? Вот ведь я. Ну так тут в любом случае только пистолеты, лол. А как мне тут вообще не пистолеты использовать? Мне же не дают даже покупать оружие-то. А, ну, блин, ну я случайно. Ну давайте не будем эти засчитывать, ну лол, одного врага убил с огнемета. У меня типа все оружие доступно, походу. Ну, блин. Фигня, короче. Я бы и с пистолетом его убил. Так, ну я понял, что убивать всех тут абсолютно не обязательно, да, надо просто побежать. Машина пошла. Я так и думал, что вы это напишете. В лучших традициях. Привет, Жестопсеры. А в чем отличается изи, я пока не пойму. А, кстати, я сейчас умру. Опа, и что? С начала игры? Охренеть, надо без смертей игру пройти. Тойркилл, то упоролся. Мне надо без смертей пройти всю игру. И причем лечилок-то нету. Такое, да. Ага, можно еще и начать, можно еще и ванхит. Привет, Найтрике. Не, ну сюда, конечно, изи. Да, у ХП вообще не восполняется. То есть мне надо без урона, короче, идти хотя бы 80% игры. Не, ну это месяц тренировок, даже на изи, по-моему. Не, стоп. Выйти. Челлендж мод это чё? А, так. Сейчас еще раз. Какие тут ачивки можно пооткрывать? Пройти боссов на S-ранг, ну блин. Да не написано, это то есть я могу просто выбрать босса, да, я так понимаю. Вот, вот так. Ну допустим. И я его типа если на S убью, то мне дадут ачивку? А, стоп, я не смог. Ладно. Так, если гляну, хоть вертолет вообще есть. Да, есть вертолет. Давайте попробуем вертолет без урона. А как нам теперь
А интересно, надо без урона или надо просто не получить в конце урон? То есть я вот это немножко не понял. То есть ранг-то он как заполняется? Блин, он сбивается ранг. А, да, естественно, там не сказано, что только пистолетами. Ну ладно, надо повторить. Я бы дропнул. Ну, я не обещал, что пройду, но одной попытки явно мало попробовать. Надо хотя бы несколько уровней попытаться пройти. А, оружие только то, что я купил, походу. Или, ну, по крайней мере, которое я поставил, ну да. Да блин. Ну, чё там, мне неудобно, мне нужно альтабать игру каждый раз. Да что ж такое? Надо просто распознавать его атаки заранее. Чё-то рамка вообще не увеличивается. Не, наверное, надо все-таки в самой игре, да? Да, можно. Это фанстримовский этот. Наверное, надо все-таки в самой игре это делать. Ну давайте еще несколько забегов сделаем. Но это печально, но вы понимаете, что это тут надо тренить довольно долго. Это как бы, это с наскока вообще не делается, то есть, ну, абсолютно никак. Новый предмет в инвентаре, да, в стиме. Если бы хотя бы были бы там после босса восстановление ХП полное, то ладно. Но, блин. То есть вообще без, ну, надо игру там практически. То есть видели, там есть, можно поставить величину здоровья, и там можно сделать режим, чтобы пройти всю игру без урона. Всю игру без урона. Потому что ты умираешь с одного удара. Это нормально вообще? Ну, это как бы, ну, совсем, по-моему, жестко. Ну вот, я уже урон получил, 2 урона. Ну, мне это сейчас главное до босса дойти, я хочу попробовать босса без урона. Потому что мне такое ощущение, что там нужно именно, ну, в режиме игры, а не просто вот той арены это делать. Иначе там ранг не копится вроде. Да даже со всем оружием, понимаешь, это все равно, это полная жесть. Даже со всем оружием. Вот рад копится. А где, а как ранг-квест получить-то тогда? Что? А как ранг-квест тогда получить? Да нету сейва, мы же только что пробовали. А, ранг сохраняется, то есть мне надо было
донести какой-то ранг определенный до этого босса и на нем уже доспамить ЕС, что ли. Ну ни хрена себе, ну лол. Ну давайте хоть этого попытаемся на ЕС, но это, блин, это надо без урона, короче, дальше. Ну, конечно, ну, не дрить. Привет, Дэвил. Ну да, здоровья вообще не дали. Ну я на червяке, мне кажется, опять подохну. За замедление, но не знаю, блин. Как-то это стрёмно. Да я думал направо надо. Ну офигеть, по-любому выиграл. Не, ну босс-то без урона по-любому допройдем, ну чё. А, мы еще до него не дошли. До босса-то еще не дошли даже. Может быть дойдем. Одна локация осталась. Ну, до босса-то дошли, у нас 3 хпшечки даже есть. А может быть, если на ранг С пройти, то там дают, короче, это самое. Дают с хпшку, ну нет, конечно. Это я так. Ну лол, ну я затупил, ну... Блин, ну... Нет, это не круто. Ладно, давайте с любым оружием, ну просто, да? Просто попробуем. Хоминг миссил, да ладно. Каким бы пистол, что это такое? Ну это, по-моему, не очень круто. Ну, прям прокачки нету. А в этой тем более тут у меня. И чё, Ховинг Миссил типа имба? Или что? Ну лол, ну как-то это немножко... Ну не та, не, не совсем имба, они же не слишком прям наводятся, круто. Но блин, все равно. Ну такое. Ну на боссе, ну, в принципе, наверное, будет круто. Ну нет, им тяжело, да нет, явно не имба. Вон он, оно наводится не на того, на кого я хочу. Порой. Вообще такое тоже оружие специфичное. Повезло.
Короче, пистолетик наше все. А, я понял, у меня же ранг, он же спадает еще. То есть мне нужно в босса просто лучше попадать чаще, да? Ну, понятно. В этом еще прикол. А по-любому ранг полностью спадает потому, перед боссом, потому что здесь вот этот вот AV Dance. Давайте попробуем с моноводящимся. Они хотя бы попадают все время. Ну нет, явно нет. Но может этого хотя бы? Ну блин. Ну я не очень что-то, я не могу. Ну как, волк? Ну не знаю, а как его открыть, тоже непонятно. Я же прошел всю игру, как его открыть? Я что-то не видел там возможности его открыть. Или типа надо на варихарде играть, что ли, или что? Ну давайте попробуем. С самонаводилками походить. Вообще как бы, ну можно в принципе пойти сейчас просто попробовать на Very Hard пройти игру. Заодно ачивки там откроем. Ну если конечно я смогу пройти пека. Может заодно какое-нибудь оружие откроем там. Здоровье я принес еще меньше на босса, чем в тот раз. Ну и то еще даже не принял. Сейчас подожди. Сейчас я смогу тут получить урон. Ну лол. Да прыгай ты наверх, ну, блин, я жал вроде. Ну не знаю, насчет замедления, мне пока вообще не очень удобно. Сейчас, а давайте 5 минут перерыв и начнем на Very Hard. Блин, альтап этот дурацкий.
Ну я понял, Acor 5. Ну, короче, надо на Very Hard пройти, да? Иначе ничего особо не светит. Ну, пройдя игру на Very Hard, мы... Топ две ачивки сразу открываем. Не, ну не то чтобы я прям, конечно, гнался за ачивками, но хотя отчасти и есть такое. Ну потому что, ну не знаю, приятно сюда ачивки-то пооткрывать. Тут не поспоришь. Ну, нет, поспорить можно, но... Так. Посмотрим, что ж такое за Very Hard. Оружие у меня, кстати, все сохранилось. Я так понимаю, я теперь могу дальше покупать предметы, а не надо с нуля их покупать. Да ну лол, ну чё я лажаю тогда? Один только персонаж открыл. Ну, в смысле, кроме этого, еще один. Ну, я не могу сейчас показать это, надо выходить из игры. Ну, из основной игры. А, ну, типа, они более агрессивные, что ли, враги или что? В чем разница? Ну да, их, по-моему, больше, да? А, они бесконечные, что ли? Но мы не на аркадном режиме, да лол, да, их что-то прям завалились тут. А, еще и надо их определенное количество убить, иначе я не могу пройти дальше, то есть... Тут не просто пробежать не получится. Я не знаю, на нормале было так же или нет, но я как-то не замечал, потому что я, по-моему, всегда и так всех убивал. Да, робо в Рину мне открыто как раз. Как-то так, да, замедление используется. Но заметно стало сложнее, да, заметно сложнее. И это только первый уровень, но я думаю, я не пройду просто так на рекорде, конечно. Ну, нет, первый уровень пройду, да, а... О, у него он еще из пулемета стреляет, ну... Походу босс это вообще нормальные будут, да? Да охренеть, я еле-еле прошел вот эту фиг. Охренеть. Ну хотя бы сейф там был. Более узкая очередь, так. Атаки он быстрее явно прям делает. То есть не дает времени подумать. Говорят еще, а там что там, аркадный режим, да, есть на Very Hard? Ну я рад, что он есть. Это Very Hard, да. И это самый первый босс, который вообще без урона можно пройти. На изи, по крайней мере. Это Мэри удаляй!
Ну лол, надо просто подстроиться. Да, аркадный на Very Hard без урона. И Wings of Wii на Demon Mod, Hellspawn и Doom It Mod. Вот примерно. А, они друг другу стоят. Да там очень сложно размикрить. А, замедление можно использовать. Не сейчас. Здесь точно надо замедление использовать, но у меня не успело накопиться. Вот тут эти рядки размикрить можно. Да как там без урона-то, лол? Че, упарываются что ли? Да я не успеваю. А, выпрыгивать надо. Блин, охренеть. Наверное, все-таки обычный пулеметик будет получше, да? Не, ну сейчас наловчусь, конечно, я этого пройду, но как же я там дальше буду? Особенно на последнем уровне, где босс раш там, ну лол. Да, такое специфичное зрелище. Ну лол, зря сейчас урон получил, вообще совсем зря. Да что ж я делаю-то? Надо вверх прыгать, а я просто прыгаю. Да конечно, тут выше работает, ну... Более высокая сложность, она включается в предыдущую. Это даже не кейф история. Да что ж я так туплю-то? Ну я торможу, я не спорю, я торможу. А сейчас я думал, он полетит. Все атаки вполне статичны, и тут можно все заучить вообще абсолютно. Ну блин. Ну блин. Так, ну я уже начинаю запоминать. Как ни странно. Да лол, ракета задела, ну как так-то? На червяках уже забил? А, в смысле на Very Hard? То есть ты на Very Hard прошел все уровни, кроме последнего? Я так не понял. Да блин, ну ракета задеваю, ну о, черт. Что-то не пошло. Что-то не пошло. Не пошло. Да блин.
Я просто, ну, если честно, я не вижу лучшего оружия, чем эти два пистолета пока что. Ну, то есть только в очень специфичных случаях. Да, там огнемет определенный случай помогал. Но вот какое здесь оружие лучше, чем эти два пистолета? Ну, серьезно. Я не знаю. Ну, вот из тех, которые я видел, да? Из тех, которые я видел. По-моему, никакое. Наконец-то, да. Это был первый мини-босс. Это был первый мини-босс. Проходит аркейд за завтраком, ну. Так в смысле, там один червяк, индивиз. Я... А, да, червяки, это два червяка, это последний уровень. Да, надо огнемет тут, походу. Огнемет тут им будет. Ну разделись ты уже на мелких-то. Пецом. Как это уходить по-нормальному? Чё-то я вообще не понимаю. Ну, в принципе, типа не стоять у стены, да? Ну, блин. Так ну я же огнеметом стрелял-то, ну чё вы начинаете? Ну это, кстати, проще, чем вертолет был. Не надо проверить какое оружие. Ну в смысле, ну какая разница? Ну я же открою. Мне-то сейчас чё, ну, даст. Да, Белес, я так и подумал. Имя даже у каждого есть, нифига себе. Так. Блин, 4800 стоит, охренеть. Чё мы на 3000 можем купить? Замедлялку это крутое. Револьвер. Ну давай вот это купим, посмотрим, так уж и быть. Предснап. Ой, нет, это шняга полная. Нет, с этого фиг упадешь вообще куда-нибудь. Ну, она, наверное, урона правда наносит, да, дохрена, скорее всего. А, вот тут хэвэй-карта какое-то, оказывается. Сам ты шняга? Ну почему? Привет, сова!
уменьшился, но потому что игра 16 на 9, я не хотел от игры забирать много. Ну лол, но они достали. Ну не знаю, мне пока не очень удобно. Ну от камней, конечно, удобно этим огнеметом. Да что ж ты делаешь-то, ну? Завахтено. Кстати, я 140 не буду себе спойлерить, потому что у меня она тоже есть в стиме. Хочу потом тоже пройти на стрим. Тело коржика. Короче, нормально это оружие. Не, ну явно вот. Не, пистолеты тащат все-таки. А чё, я упал в лаву, что ли? Что-то я не заметил даже. Нет, четверной прыжок. Да, мне днище её подарил в стиме, более того. Да как это пройти вообще, жесть? Что-то я не шарю. Надо какую-то стату разрабатывать. Ну я видел кивку. Так, неплохо пошло. Ну, так вот эта вот хрень мешает. Потому что гифка есть только у Снапа. Персональная. Да что ж такое? Может быть, какое-то другое оружие попробовать? Чё за Rocket Launcher вообще? Я, кстати, его, по-моему, даже не использовал ни разу, да? А, ну такое тоже, наверное, не в тему. Да спамеры, ну, что я с ними сделаю? Я же не буду каждый раз альтапать игру и удалять спамеров. Мне все-таки огнемет нормальная тема. Да что ж такое-то, лол. Блин, это же еще не... Это был еще не сейв. Да
Да у меня нет, у меня модератор только Фабино, и больше нет модераторов. И то он модератор так, потому что он на Стартреке сидит, когда мы модели. А так он не сидит на стримах у меня вообще. Ну давай АК-5 удачи. Но пророч уже не модер. Но он просто тоже. Он в фоне только слушает стрим, бывает, а в чате на Твиче он не сидит. Ну, редко. Да, у меня на Твиче, ну, я не помню, ну, как бы, во-первых, ну, я не буду любого человека делать, да, а чтобы кто-то сидел почти на каждом стриме, таких у меня нет, именно на Твиче. Ну, тем более, надо же, чтобы этот человек согласился, потому что, ну, лол, нафиг это кому-то надо, у меня геймпад выключился. Ну, короче, это сложно с модераторами, все, я не знаю. Все очень плохо. Блин, я не могу нормально. Блин, как это вообще проходить? Полная жесть, полная жесть просто. Так, вот там по дну ползут, да, я про них наконец-то вспомнил. Почти без урона. До камней, до этих. Да ну лол, ну сейчас все растеряю. Ну отлично, да. Да, так и нужно играть. Да, в принципе, без проблем. Сава, так-то... Вроде не первый день уже заходишь, так что, в принципе, могу. Но только, блин, ну, единственное, что, ну, по поводу правил, ну, короче, если будет мат, то сразу, короче, тайм-аут, даже если первый раз, ну, потому что у меня в правилах написано, ну, 10 минут там всего лишь, ну, и ботов этих, и все, ну, и, конечно, если какие-то совсем жесткие оскорбления пойдут, там, ну, кто-нибудь не совсем неудержимый какой-нибудь придет там, ну тоже там можно успокоиться, а так. Чё? Да не, ну лол, ну это же всего лишь модерация там-то, ну, как бы... Я же в любом моменте, ну, если там, ну, допустим, да, как-то там будет себя неправильно вести и так далее, но могу же в любой момент снять, в принципе, эту модерку, но так... Пока ничего неадекватного не замечал, так что... Главное, ну... По личным причинам не банить, или там, не тайм-аут, и все остальное нормально. Ну просто я, как бы раньше, я намного более, ну, то есть я бы просто так бы не... О, сейф. Я бы раньше просто так бы модер бы точно бы не дал бы, да? Ну, потому что я хочу только людей, которым, ну, я реально уже, которых знаю. Но сейчас мне просто
ну, вообще как бы уже нужен явно модер, потому что на Твиче как бы чат стал довольно активным, ну, относительно, да. И, ну, то есть не хватает явно модератора, поэтому... Ну, короче, теперь у меня два модератора, это Фабино и Сова. И сейф еще один. Все верно, там был паук, что? Ну чё, Индивис? Сейчас будет то место где-то дропнул, ну посмотрим. Посмотрим, что за такие. Да охренеть тут. Вот жопа-то. Бывает, кошки упарываются, да. Нифига, ну тут память-то. А! Как это было избежать? Резонно, снап, резонно. Чё-то, по-моему, не особо, да? Ну, такое, да. Не, по-моему, снайперка не кунёк. Вот давайте все теперь здесь будем дропать, ну, может быть. Да, ну еще бы заранее знать, что он это будет делать. Не, ну не, ну короче, нет. Охренеть. Ну, я тоже могу замедлением пользоваться. Да лол, ну я не понимаю. Просто это такое жесть. Ну я же не успеваю. Они слишком офигительные. Вообще боссы обычно не особо скрывают свои намерения. Ну давай, да, Снап, не матерись. Так, надо собраться как-то. Вот, собрался и... Сюда затащит этот город? В смысле, какой город? Я не понял то немного. Ну давай же, не умирай ты от этого.
Не знаю, как это было вообще. Гу, короче, на Варихарде аркадный я создал, все, погнали, да? Это, наверное, очень весело. Я прям всегда хотел. Индивис, вот тебе реквест, короче, на Варихарде, на аркадном, давай. Ты же всякую хардкор проходишь там. Вообще не знаю, как это успеть просто. Я понимаю, что надо прыгать наверх, но как успеть на это среагировать, я не знаю просто. Короче, надо вот так и от них уходить нафиг. Апгрейды, но время дольше можно задерживать. Я половину только снес. Ну, я хотя бы среагировал. Да, я на нормале уже прошел снар. Она короткая и быстрая. На нормале. Это very hard. Что-то он столкнул меня, короче, на дно. Ну блин, а замедление? Ну зачем мне сейчас замедление, да? Вот что оно мне даст? Я не понимаю. Ну, я не знаю, может игра не для меня просто. Я не понимаю, как использовать замедление. Не понимаю. Если бы оно было бесконечно, я бы понял. Ну вот, типа, можно вот так, да? Ну я понял, для чего использовать замедление. Ну, на одну только атаку. Ну там тоже еще не факт, что сразу получится. Ну всегда что будет получаться. Это было вообще что-то не то. Я не ожидаю все еще ее. А, она еще раз высунется. А я не пойму, фаза статичная или они рандомно выдаются? То есть порядок фаз, он статичен или нет?
Нет, в Тоха там можно шрифт бесконечный, ты не путай. Там шрифт бесконечный. Что ты сравниваешь, что фигня какой-то? Если бы Тоха был бы шрифт не бесконечный, то там тоже, да, сложно было бы очень. Я бы, скорее всего, даже не прошел бы большинство Тох. Ну, Снап, есть аркадный режим. К тому же в Тоха время не замедляется, там игрок замедляется. Да я, да не факт, что я пройду, если индивид дропнул, то лол. Как-то, не знаю, перспективы так себе. Он-то по максимуму все возможности игры использует. Да ну что ж такое. Ну тут аркадный режим этот, считай, просто без смертей. И все. Там ты можешь на изи без смертей выбрать этот аркадный режим. Да что ж такое-то? Он заспавливает, и я не могу ничего сделать. Я не могу сосредоточиться после этого. Настолько тяжело выиграть, что офигеть просто. Привет, Алексей Фёров. Ох, почти размиклил. Есть идея, короче. Дробовик. Он же, по идее, в ближнем уроне должен быть сильным. Тут, по-моему, он вообще не сильный, вообще днище полное. Нахрена он там нужен вообще? Не, ну реально, да он вообще очень слабый. Жесть. Стрельба мышкой, но я играю на геймпаде.
Пипец какой-то, тут атака, но вообще я не понимаю, как ее можно успеть среагировать. А между пулями три тоже такое дело не очень. Что-то замедление вообще не помогает. Не знаю. То есть, какая разница? И мне все равно силы, там, длительность прыжка или количество прыжков мне не дадут новое. Как бы, то есть, что я там мог сделать, да? Чтобы не получить урона в той ситуации. Как у... А, 10 мечей. Ну, блин, не знаю. Да ну лол, да вот оно заспамило, я хотел влево перейти, оно не давало. Это Very Hard, во-первых, Рик Серферов, я на нормале прошел уже игру. И вот это второй босс, ну, именно полноценный. Блин, надо было замедление использовать. Ну, типа замедление затащил, да? Ну, с возвращением. А, ну, по поводу моторов, ну, я уже, во-первых, все сказал, да, ну, а еще так, ну, то есть, скажем так, ну, почему я довольно легко, да, назначил? Ну, потому что для стримера всегда легче назначать модера, потому что ты, как бы, на стримах уже видишь, да, что за человек, ну, как бы, а просто даже зрителя, даже пусть, ну, постоянного, да, ну, немножко другое, то есть, ну, все-таки человека лучше по стримам узнаешь, чем в чате. Поэтому, как бы, если ты стримера видел, то уже, как бы, конечно, проще. Примерно знаешь, что ожидать, так сказать. Ну, да. Не мощна. Да, подвернулась под руку, короче. Я тут сидел, короче, горевал, что у меня модеров нету. А там спам-боты всякие, их некому банить, ну и вот. Как бы, ну, на СК2 ТВ то у меня, ну, есть кто постоянно там сидит в чате, да? Но на Твиче, ну, намного меньше. Ну и вот.
Да, чуть рожа какая-то хитрая. Примерно так и есть. Микро! Ух ты ж! Да, блин, ну... Ну, хоть с одним уроном, ладно. Ну, это полная жесть все равно. Я понимаю, почему Дэвис дропнул здесь. В смысле забудем? Да, приятного аппетита, Дэвис. Привет, Тиравон. Да, это Варихат. Мы на нормале прошли игру уже только что. Плакал, но прошел бы. Привет, картофель. Это игра, блин. И мне кажется, все-таки этим оружием лучше все доставалось. Не знаю, по-моему, лучше. Блин. А, вот, хватило прыжков-то. Блин, ну больше половины все-таки потратил. Да, правым стиком направление стрельбы, именно так. Я скажу, что довольно удобно, честно говоря. Привет, голова! Да ну лол. Да не знаю, неудобнее нифига. Ты говорю, неудобнее нифига. Мне неудобнее вообще ни разу. Это полная жесть. Это... Да ну как это сделать-то? Не знаю, вообще неудобно, по-моему.
Не, лучше геймпад, по-моему. Громко кричи, чтобы я услышал. Ну, не обещаю, не обещаю. Блин, я отвык от геймпада. Я понял. Не понял. Вот жесть-то. Кто мастер шутеров, арен шутеров, в смысле? А, Снап, что ли? Да-да-да, там такая надпись была, то, что сервер. Привет, агрессив Cold Rider. Червя на самом деле два. Да где замедление? Вот вы говорите замедление, а его нету. Украли замедление. Хотел же прыгнуть уже. В принципе, босс выглядит не сложнее, чем какой-нибудь типичный босс из Wings of Wii. Причем без замедления, ну, мне так кажется. Ну, относительно. Нет, просто мне кто-то говорил, что их два, по-моему, Дэвис, а я говорил, что там вроде один. Да, там сомнения были, пока не дошел. Ну а как? Ой, ну я ж замедлил даже, а ну вообще насрать ему на это. Хоть замедлил, хоть не замедлил. Блин, как обидно умереть на... когда останется там пол хп, но... Мне кажется, ну такое по-любому должно произойти. Ах, ты ж задел тебя. Ну лоль. Но это была рекордная попытка, я не видел, сколько я оставил, но вроде довольно мало. Доступен сразу на старте. А, я один хп, по-моему, оставил. Лол. Так, блин, ну. Слишком много урона на старте.
Не, кто сказал? Ну ты где? Нифига. Просто я мигал после урона. Ну короче, это удаляю. Привет, фаспапе. Ну да, надо как-то вот... Не знаю. А, это не то, я думал, это двойная. Ну что ты делаешь? Давно уже? Ну блин, ну что ты говно? Я же не так это хотел сделать. Чё, Defender не созрел еще? Ну, я не подгоняю, просто... Просто спрашиваю. Мне, в принципе, нормально сейчас играется. Ну, лол. С утра как минимум. А, нет, ну я помню, ты вроде доходил, но ты ничего не писал, я думал, ты ушел куда-то. Одну полосочку вроде оставил. Это вообще так неловко. Да ну прыгай ты хотя бы, ну. Понятно. А, хорошо. В разе 2.5 там было, ну, по-моему, там меньше было, ну ладно. Не суть. Жалко, потом нельзя без замедления, короче, все посмотреть. Типа, как я его убил, и типа, где замедление, там нормально скорость включить. Ну, типа, довольно круто было смотрелось бы. Нифига себе, я увернулся, что ли?
Что ж такое-то? Ну блин. А-а-а. Последний урон у меня. Ну, думал, проскочу, честно говоря. Да ну как? Это не круто, это не круто. А, что ж я так медленно реагирую? Я так медленно реагирую на это все. Как будто слоупок просто какой-то невероятный. Лучший слоупок просто, самый слоупочный. А, мне не хватило прыжков. Можно куда угодно стрелять. Но Дивис я почти убил. Не знаю, что ты дропнул, честно говоря. Как-то ты быстро, походу, сдался. Тут не на чем дропать, по-моему. Да ну я же в твистик вправо нажал, а не влево. Ну куда так упарываться-то? Зачем? Опять. Р-реакция. Ура! Кто-то просил покричать. Привет, Фрайтаг. Не настолько любишь игру, чтобы уделять больше... Да ладно, я больше часа, что ли, уделил ему? Так больше, он прошел больше вообще-то. Фух. Блин, а нам денег не хватит даже. Капец. Ну блин, следующий уровень это будет печалька, потому что на следующем уровне самый сложный босс. Даже на нормале. Да и вообще тут срань полная, даже на самом уровне творится. Да там оружие, я лучше излечилку хочу купить. А, тут этого не было. Насрать, короче. А я не задел, что ли, лазер? Да ладно.
Вот как тут оказывается, замедлением, а я без замедления это проходил почему-то. Я забыл, что есть замедление. Так. Давай, ну нет. А, тут так много. Лифт, есть. Ну, это, конечно, я едва сейчас пройду без урона на выдохе где-то. Да, снапы, они тут вообще остаются всегда. Но мне кажется, только не мед может нормально прошарить-то. Косточки из куска арбуза? Другим куском арбуза? Не, ну я тоже вычищаю, но не другим куском. Да блин. Да ну эти аккумуляторы покупают. Бэ беспроводное. Он не включается. Фу ты, не то стороной засунул, какого хрена. Так, что тут вообще происходит? Да не, я нормально, терпимо, их хватает достаточно, я считаю, то есть. Вполне так. Ага, ага. Эп. Блин, ну лол, ну а как? Я, как обычно, не понимаю. Так, и в него-то как раз и надо, он же стоячий вообще, да? В него надо световым мечом как раз. По-моему, не так уж он много и отнимает. В смысле, стрим упал или что? Нет, не должен был. Ага. Ну хорошо. Ну там это... Если я в это время вдруг буду стримить, тогда хоть как-то там, не знаю, предупреди или что. Я просто не знаю, у тебя анонсов нигде нету толком. Конечно, есть Twitch, но я на почту не всегда читаю бесплатно. Попадать бы еще, но нет, индивидс, это не в 2015-м. А, мне что-то лень аккумуляторы покупать. Там надо за раз много денег заплатить, а так
по чуть-чуть эти батарейки как-то не напрягают, честно говоря. Да ладно. Ты сначала начнешь или как на стримке? Там, в принципе, уже не будет сложно, то что уже прошло со второго раза уже там это видео. Или все-таки с сейва начнешь? А, нету сразу геймпад, вообще не существует официальных аккумуляторов для Xbox 360 геймпада. Но я не... Ну как это реагировать? Кстати, а зачем тут замедление, я не понимаю. А, вот для вот этой фигни, я понял. Вот только не пулемет. Ага, пулемет. Блин, да и бомбочка. Да, да, сначала, в принципе, я думаю, будет нормально. Первый уход от пулемета, это можно отметить. Пофигу. Ну, это было не очень сложно, но это мини-босс только лишь. Да, и сейчас начнется погоня, я чувствую просто жестоко. Да, уже до Рю дошла? Ну да, да, да. Так ты сейчас покажешь такой скилл, типа, ну все, первый уровень изи, кити изи, второй уровень изи. Так это не босс был, это был не босс. Теперь босс. Вот это будет боль. Я чувствую. Так, по-моему, он катается подольше. Мне так показалось. Обо что я умер там? Вот от идеи 2 до 5. Ну, огнемет весьма специфичен. Что, заспамить получится? Не получится. Даже не близко. Хотя, может быть, просто не самая удачная фаза. Рейп! Не, ну рейп как бы да, тут. Тут просто не было бы смысла.
Ну ладно, ладно. Ну не, ну так, я не знаю, периодически буду пытаться заспамить, но надо все-таки уворачиваться, походу. Нет, ну что-то он слишком жесток для заспама на этой сложности. Ну тот лавереж, да. Тот лавереж. Ну типа полностью средний во всем. Ну, в принципе, шансы есть убить, да? Ну, блин, такое. Ран квест вообще изи, да, набивается тут. Вот бы еще с ранка С пройти бы его. Ачивку бы еще открыли. Но нет, мне бы хотя бы просто его убить. Ну вообще есть шанс на рандоме случайно ранк С, конечно. Ну это такое, я к этому стремиться явно не буду. Для этого мне надо в конце его неплохо, ну, урон нанести, побить неплохо и при этом самому не получить урон. Снап, это сложно. Я не чувствую тайминга этого, этой штуки. Как-то были и получше попытки. Надо изучить, короче, просто фазы. Я вот его на нормале прошел, я толком его не изучил, честно говоря. Хотя он и показался мне сам сложным, потому что нормале все боссы проходятся, ну, с нескольких попыток, даже якобы сложные. Последнего босса, по сути, вообще с первой попытки убил, по-моему, да, или нет? Ну, короче, там вообще мало. Мне не так часто нужно, по-моему, замедление, что, в принципе, пофигу, что я ему позволяю закончиться. Thank you.
Мне кажется, если я буду стараться выживать, то убить шансов больше будет. Чем если я буду вот так стараться как-то его заспамливать. Не знаю, где 100-500 ракет, если близко не стоять, они вообще не представляют ничего. Пока не понял. Ну, видишь, ну, то есть от них легко, в принципе, уйти. Главное, изначально близко слишком не стоять. Может, надо было замедлиться, ну ладно. Что-то мне так по ощущению, что червяки были сложнее. Да, ну как-то странно. Хотя, когда на нормале проходило, это было сложнее червяков явно. Ну хотя, может, потому что у меня огнемета не было. А самонаводящиеся точно тут не решают? Просто находиться от него, грубо говоря, всегда далеко. Ну, насколько это возможно. Конечно, возможно. Чтоб замедление использовать. Ну щит, но они же все равно попадают. Больше третий босс от них всех остальных, но... Такое, не знаю. Ну... При первом прохождении меня горело от него больше всего, но все-таки он не сложнее всех остальных. Но горело от него больше, чем от всех остальных. А, так он тоже переместился. Мне зато я такое могу сосредоточиться практически только на уворотах. И это, конечно, плюс. Но попадает в него меньше, да, и не спорю. Предхиппи.
Какая снайперка? С чего ты взял, что она проникающая? Тем более, из нее тут невозможно попасть будет просто. Да, блин, из нее тут попасть, это печалька целая. Потому что, да ладно, да не, ну лол, ну слаб, ну мне ж бегать надо постоянно, ну чё ты. Тут же не пометришь, то есть нельзя подойти, встать, потом выстрелить, потому что мне нужно постоянно бегать. Жопа, ну как бы, если уже прошел игру, то да, наверное. Ну не знаю, но Салгрин все-таки напрягает из-за того, что он долгий, и там в конце от козявочку умрешь, и ну, печалька все сначала. А Соник там хотя бы ты быстро попытки делаешь. Так что все-таки, ну вот, мне кажется, что Салгрин все-таки самый сложный. Именно из-за того, что вот у него долгие три стадии, ты на них тратишь огромное количество времени постоянно, там еще рандомишь, там, ну когда эти, но когда на второй стадии там. Не, ну такое понятие тоже непонятное. Значит, он сложный, потому что последний босс. Ну, вот в этой игре последний босс явно не самый сложный. Хотя, конечно, я чувствую, на Very Hard он меня ништяк заспамит. Я-то его, в принципе, на последнем хп убил на норме. Шел на С. Что сейчас было такое? Да блин. Немного тупо, что я не могу его ракеты уничтожать, вот это вот, это плохо. Черт, я на С шел! Ну блин, так близко было к С, но все равно прошел. Блин. Да нет, ну мы-то сейчас просто проходим так-то. Ну ладно, давайте купим замедлялку. Не засчитано.
Нет, Снап, я именно говорю, что если брать уже, то есть ты не первый раз проходишь, да, то есть ты уже все заучил и все знаешь, то, по-моему, Салгрим все-таки самый сложный именно из того, что он долгий. То есть даже хоть ты уже все знаешь, но все равно ты то там случайно умер, то на этих шариках случайно умер, то там на козявках случайно умер, там, не знаю, на тоннеле в конце концов хитбокс не поймал, капельку какая-то убила, ну, то есть... Блин, вот именно из-за этого он сложный. Ага, ну смотрите, мы, короче, на три уровня прошли на Варихарде. И как раз, чтобы не начинать новый, мы на этом и заканчиваем играть в Блит. Но я думаю, мы на Варихарде-то пройдем все-таки, да? В итоге. Ну, раз уж начал, что тут это? Привет, Фабинон. Пришел под конец. Ну, там не надо на реакции индивиз, там, конечно, понятно, что реакция нужна, но все-таки там страту надо искать. Вот, ну, искать, ну, короче, там его просто понять надо, и все, и нормально. Не, ну, Соник, я не спорю, что если уж Толгвин первый по сложности, то Соник точно второй, да, то есть это не спорю. Ну, а третий уже, наверное, Марио, да, ну и все, других боссов там, в принципе, и нету. Вот, ну, в общем, все, на этом стрим заканчивается. Всем спасибо, что смотрели. И сейчас я... Так, подождите, как это забыто? Сейчас захостим Дефендера, короче. Он продолжает проходить игру Сома. И он уже привык, что к нему заходят люди, которые не понимают, что это за игра. И спрашивают, а в чем сюжет? Так что вы можете не стесняться. Так, как там за X? Дефендер... Но он, правда, еще не начал, но, в общем, все можете передвигаться к нему, кому интересно, кому нет, тогда вам просто всем пока, увидимся на следующих стримах.